прессовка, гильзы на Исузу. Двигатель Исузу, автомобиль Фотон. Вот, две гильзы уже выпрессованы. Выпрессовываем третью. Блок прогрет до рабочей температуры с помощью пускового подогревателя электрического. Что, тяжело пошло? Температура в помещении 14 градусов тепла. Двигатель горячий. В блоке залита охлаждающая жидкость. Подожди, сейчас покажу. Вот. Она нагрета градусов до 70-80. Еще тащи. Самое главное, что для работы используется советский ключ Made in USSR 46/30, да? Еще. Пусть туда вкручивается, ничего страшного здесь. Он вкручивается. А, туда вкручивается? Конечно, внутрь. Все. Покажи съемник. Вот съемник. Устроен таким образом.
целенькая, невредимая.